Это чем мы сегодня занимались? Подсветочкой. На бампере передел, чтобы только весь низ горел без верха. Сверху я не люблю ездить. То вот так вот и будет все это дело смотреться. Издалека, конечно, лучше было бы все это дело показать. Но ночью будет обалденно. Так как у меня с нержавейки покрытые баки, отражение будет просто идеал. И здесь тоже все красное. Под цвет рамы, как говорится. Как-то так у меня понедельник прошел. Не снимал установление, так как все под спалкой, под кабиной лазил. И уже опять стемнело. Но если завтра работы нету тоже, то будем на фильтра ставить еще одну лампочку. Всем доброе утро. У нас сегодня заморозки. Запускаем двигатель. Поехали поработаем. То выжмем сцепление, раз у нас немного холодновато. Вон даже лобовуха замерзла. +28 по-нашему. 32 это 0, а 28, ну, это below zero, как у нас говорят. Так что поехали, поработаем. Едем сейчас в Сиэтл, в 5-й порт. Уже вон там солнышко встает возле горы Рейнир. Вот так наша крыша выглядит. 7 лампочек. Пару добавил под спальником. Подсветочку положил красный под раму. Вот это да! А это что такое? Не, ну вчера только все нормально было. Не одно, так другое, а? И часть съездил, забрал вчера. Вот эту нам поставили. Как он называется? Энергия аккумулятора, как-то так. Так вот, все замерзшее. Ну ничего, сейчас отмораживаемся и поедем. Что все лампочки, а? Как стрёмно. Надо будет их выключить тогда. Вот у Михаладина где-то что-то этот отошел, а? Ну-ка сейчас постучим. Ладно, потушу тогда их. Так стрёмно ездить. Мужчины и женщины, заходим на 5-й фривей. До Сиэтла нам ехать где-то, хотел сказать, полчаса. Смешно, дядя Вова. Время 7 утра. Значит, нам ехать час, а то и час 10. Ну, 8 постараться быть надо. Так как порт 8 открывается. А там уже во сколько выйдем, во столько и выйдем. А поедем мы потом с вами на разгрузочку в город Вуденвилл. Так, поворотники у меня работают. Что-то я его не включил, когда поворачивал. А то у меня тут маленький шоферист шоферил на выходных. Пока рацию проверяли. Потом залез трака на следующий день. Все кнопки включены. Все включено. Вот так вот. А маленькая гвардия подрастает. И это мне радует. Как внуки быстро растут, а? Кто бы знал. Так, что-то у нас солнце светит прямо в глаз. И тут
тут какие-то две машины стоят. Ага, вот вывеска времени. До Сиэтла 67 минут, Белловью 76. Значит, 67 минут. Похвально. Мы поднимаемся на бугорок. Справа у нас, значит, весовая. Ну, в это время она обычно закрыта. Да. Написано «Closet». Все сидят в шкафу. Закрылись в шкафу и сидят. Боятся все-таки они нас. Ну ладно, ладно, будем произношение учить правильное. Closed, а не closet. Closet это по-вашему нашему, а closed по-американски. Так как по-английски, да, вот чисто английский язык, там свой акцент, я его ни разу, ну как, слышал, как Джеймс Бонд говорит, да? По-моему, он такой по-английски более-менее разговаривает. Ну, а мы по-американски. У нас свои сленги, у нас свои произношения, свой акцент. А если еще по-техасскому говорить, то там вообще не поймешь. Да, еще ребята в каждом этом самом. Ну, не в каждом. Не прибавляй. Я бы сказал, Америка разделена на три части. Дикий Запад, восточная сторона, ну и средняя сторона. И у каждого вот этой страны есть какой-то свой акцент прикольный. Так как в Алабаму, в Миссисипи я заезжал, заправлялся, заходил на трак-стопы. То там прикольно тоже разговаривают. И в Южной Каролине тоже свой акцент есть. Брательник мой общается с тракистами, говорит, мэн, ну ничего не понять, чего они говорят. Это получается, надо там родиться, чтобы их понимать. А мы-то язык учили в Лос-Анджелесе, понимаете? Мы-то все в школу закончили в Лос-Анджелесе, Калифорния. Вот с таким акцентом мы и остались. Меня иногда в Вашингтоне спрашивают, а откуда ты, говорит, у тебя, говорит, небольшой акцент есть? Я говорю, а, from East LA, homeboy. Типа того, с Лос-Анджелеса. East это у нас восток, да? Ну так все мексы говорят, вы откуда? From East LA, с восточного Лос-Анджелеса, типа того. Так, ну 18-ку мы неплохо проехали. 18-ка это у нас хайвей перед 90-кой, там саммит, перевал. Вот он уже как две ночи подряд замерзает полностью, и там авария. Просто кошмар, что творится на перевалах. Замерзки какие-то происходят. И снега-то такого нету. Небольшой снежочек выпадает и просто замерзает все. Становится гололед. Вот такая погодка у нас не сильно приятная. Ну а в Сиэтле, когда дождика нету, зимой, именно зимой, да, не летом, то у нас выходит солнышко и заморозки сразу. Так как этой тучи покрывала нету над нашей, над нашим Сиэтлом. И становится холодно. Недолго музыка играла. На 320 улице она закончилась. Она свою песню доиграла. Можно было так сказать, дядь Вов, если уже начал стихами. Все, впереди пробочка. И вот по этой пробочке до самого Сиэтла. Потихонечку тудынь-сюдынь, тудынь-сюдынь будем пихаться. Хорошо тракт на автоматике. На Вольвах. А нам нравится все вручную. Какой, говорит, механизм? Все вручную. Вот кулечек валяется, летит, да? Чтоб он мне на эти самые. Не, полетел дальше.
А, у меня же нету, да-да-да-да-да-да. У меня не к чему сейчас придраться, у меня не к чему сейчас прицепиться даже. Мэн, всегда кульки собираешь, знаете, куда? На болтики, которые вы блестяшки прикручиваете на хотел сказать, амортизатор, брызговик. Вот эти на брызговики, да, они у нас называются хромированные weights. Weights — это просто тяжесть, да, хромированная тяжесть. Чтобы брызговик туда-сюда его не болтало, то для этого сделали вот эти хромированные тяжести. Весы, да, веса. Так они называются. Хромированный вес. Можно сказать, противовес, да, на брызговик. И вот внутри, получается, в брызговике торчит три болтика. Прям торчат три болтика. Вот эти три болтика они всегда собирают. Вот что-то вот летит на фривее, такая бумажка какая-то, тряпка какая-то. И потом в терминал приезжаешь, она у тебя на брызговике висит. Ты ехал с ней всю дорогу. То с одной стороны, без них лучше. И никому в глаза не бьет вот это вот, вот. Особенно сзади, когда у вас на трейлере висят. Я думаю, что такое воняет. А он там впереди печку чистит. Синий дым идет. Когда печка чистится, TPF фильтра. Просто вонь такая стоит, что ты задыхаешься. С дизеля простого такой вони нету. Просто черный гарь идет и все. Но когда вот эта новая система, печка прочищается, это просто все. Просто задыхаемся здесь все. И пчелы от этого дохнут сразу же. Ну, никому-то пчел нету, так как пчелы типа того для наших цветков не нужны. Так посчитали демократы и придумали этот ДЭФ. ДЭФ-систему. Ну, это немножко о политике. Наплевать им на все и на всех. Просто наплевать. Им просто деньги. Новую технологию кто-то придумал. И это большие бабки. Все. Ничего там нормального нету. Можете не писать. А как же ваши внуки будут жить на этой земле? Так же самое, как и мы жили. Справа вон какого-то бобика лечит. Неужели он по левой полосе, по карпул линии, один ехал? Сейчас посмотрим. Да, сидит один. Может быть, так и было. Здесь у нас на 5-м фривее нету. Вот я вам объяснял, это на 167-м фривее, там сканеры стоят. И там можешь покупать себе проездной, да, как бы, на автобусе. Вот у вас проездной. Вы заплатили и ездите. Так и здесь. Заплатили за линию на год вперед. И ездите один. А на вот здесь на 5-м фривее нету сканеров. Здесь платить не за что. Здесь или два человека, или вообще нельзя ездить. То здесь легко получается. Полицейским вычислить тебя. Один сидишь, иди сюда. На тебе штраф. Штраф какой, я не представляю. Я думаю, минимальный. Как я говорю, раньше был $101, сейчас я не представляю, сколько даже это. Давно у нас штрафов не было, и лучше их не иметь, как я понимаю, да? Лучше, как по-нашему, clean record, чтобы у нас рекорд был чистый. На водительские удостоверения. Ха, вот слово, а? Кто придумал? Что даже дядя Вова выговорить не может. Ну ладно. Удостоверение. О, удостоверение, да? О, нормально, пошло. Еще, видимо, не проснулся. Кто-то спрашивал вот недавно, буквально, да? Расскажи, откуда ты, сколько в Америке?
Ребят, под каждым видео у меня это написано в описании каждого видоса. Нажмите хоть раз, почитайте. Неплохо так добрались до 599. Значит, если идти прямо по пятерке до Сиэтла, 28 минут показывало. Если по 599, то 18 минут. На 10 минут меньше. Ну и нам как раз это на руку, и туда как раз нам и надо. Чтобы в порт идти, то лучше по 599. И уже даже 33 градуса тепла стало. Время 7:35, а у нас быстро теплеет. 33 это значит 32, если 0, то 33 это значит 0.5 по Цельсию. С 599 уходим на West Marginal Way. Есть у нас East на той стороне канала, а есть West, значит, западная и восточная сторона. Вот он, наш любимый Subway справа. Ну, сейчас вообще рано заезжать что-то кушать, так как у нас еще с вами кофеек остался. Едем, кофеек попиваем, ну и наслаждаемся. Я просто скучаю, когда вот так неделю не работаешь и сидишь, эту гребаную работу ждешь. У меня скоро это самое лопнет терпение. Не, ну раньше мы в марте сидели, китайский Новый год, да, там ждали, пока у них там закончится. Две недели они брали. Ну сейчас-то мы от Китая не зависим, да? И все. Что в Китае, короче, есть Новый год, что его нету, у нас все равно работы нету. Плоховато, плоховато. Когда едешь вот у нас по Такоме, да, и все траки стоят. Полностью все траки запаркованы, никто никуда не едет, никто не работает. Как бы и в портах есть траки, да, но большинство траков все стоит. Вот так по улицам едешь, смотришь, везде траки запаркованные стоят. А работы на всех не хватает. Раньше эти все траки стояли в порт, чтобы заехать. На улице, на фривее, линии сумасшедшие были. Все при работе были. А сейчас спасибо нашему самому классному президенту, что даже не постеснялись и мертвые встали и проголосовали за него. А сейчас они смотрят, что это уже не пройдет. Ихняя схема не пройдет. То они берут всех с Мексики сюда. И там заметьте, что не только Мексика, да? Там весь мир бежит. Китайские, уже сколько они сказали, 10 тысяч пока, да? Молодых китайцев поперебегало, да? И у всех спрашивают один и тот же вопрос. Чего вы сюда пришли? Без семей, без ничего. Что за армия здесь вас собирается? И говорит, ни от одного ничего не выбьешь, ни слова. Какая-то, говорит, китайская армия сюда, говорит, бежит через Мексику. Прикольно, что? Так что у нас тут весело, ребят. Бордер открытая. Бегите все, кто хотите. Так что не ждите там грин-карточку выигрыша, да, там какого-то раньше вы ждали. Сейчас просто летите в Мексику отдыхать. И просто не отдыхаете, а там кому-то бабла даете. Но опять же таки, я не знаю, как это все делается. Это ж надо кого-то найти вам, да? Или, может быть, сами бегите, да и все. Подходите до границы, да и все, и побежали. Может, там все легко и просто. Никакого сопроводника, может, там не надо. Я не знаю. Но я сам думаю сейчас убежать, в Мексику заехать, а потом перебежать, и чтобы мне все льготы дали.
Им там всем все льготы дают. Главное, чтобы ты проголосовал за правильную демократию. А то мы тут, понимаешь, ты страдаем. Нам уже тут, понимаешь, ты платить нечем. А не он как. Так, я вот что-то не понимаю немного. Это я не понимаю немного или здесь переделали? По-моему, здесь уже переделали. Немножечко. Короче, ладно, пока две линии занял, будем смотреть, что происходит. Здесь раньше левую полосу добавили, а теперь, по-моему, они ее стерли. И желтую полосу нарисовали так не сильно хорошо. Если что, то мы на встречной стоим уже. О, Петрович на встречу едет. Красавчик, давным-давно катается. Да, тот же самый паренек. Как его сделал лет, я не знаю. Сколько, чтобы не соврать, а? Лет, наверное, 15 назад. Так до сих пор и ездит. Значит, да, левую полосу они уже перекрыли, они уже открыли назад, в обратную сторону. И мы теперь встали все в правильную полосу, короче. А там что не шли, я уже здесь долговато стою. Мост разведенный был сзади меня. Кораблик шел. Так что поэтому пробочка создалась. Вот сейчас только они его начинают слаживать. Так что сейчас пойдем скоро. Ну что, мы следующие на спикер. Такой у нас ингейт. Под крышу заезжаешь, нажимаешь на кнопочку и ждешь, пока тебе ответят. Даешь им всю информацию и проезжаешь дальше. Внутри в порту у нас все то же самое. Время уже 9:15. Мы все в линии стоим. Справа у нас Downtown Seattle. Пятиэтажки, короче, стоят. Небоскребные. Как-то так. Очень все медленно в порту идет. Ну все, пилот машина у нас вот впереди. Едем загружаться. Ну что, выскочили с терминала. Слева это у нас уже 18-й порт. Мы сейчас соскакиваем на West Seattle Bridge. И на 90-ку пошарили, а с 90-ки уходим на 405-ю. Так что погнали, поработаем. Вот у нас зелененький гаражик, чтобы въехать в порт. Wide open. Траков вообще нету. Пустой порт. Как говорится. Прикольно, чё. Где работа? О, красавцы. Chip and Dale. Chips. Кто смотрел Chips в Калифорнии? California Highway Patrol. Раньше такой сериальчик был. 80-е, конец 80-х, early 90-е, начало 90-х. Забрались на западно-сиатловский мостик, West Seattle Bridge. Ну, здесь, как всегда, пробочка. Утрешняя пробочка. А кто скажет, сколько время? 9:47 уже. У нас там без аппойтмента. Нас просто ждут и все. Так как тяжело сделать аппойтмент где-то в вархаузе, когда не знаешь, во сколько выскочишь с порта с утра. Иногда можешь простоять целый день. Но так как работы сейчас нету, мы с порта выезжали, на заезде в порт вообще ни одного трака, голяк. Полностью голяк. То вот все траки, кто заехали с утра, столпились как бы в одно время. И вот их сейчас обслужат и все. А потом целый день порт будет свободный. То, надеюсь, мы потом приедем, сдадим пустой после обеда и до дому. Надеюсь, что еще хотя бы ходочка будет у нас на этой неделе.
так как без работы реально скучновато. Ну, стоял у меня трак до дома, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Ох, ничего себе, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник. 5 дней. Трак у меня провел 5 дней дома. Ну, помыл я его, ну, лампочки там поставил. Ну, решетку там бафанул, да, впереди. Немного, где зеркало было прикручено. И царапина на фильтре была. Уже ржавчина покрылась, а то я ее полирнул. Ну, холодно, народ, просто холодно. Что-то делать, что-то крутить, гайки какие-то, да? Ну, выйдешь там, что-то чем-то позанимаешься, пойдешь домой кофе пить. И все. Не та погода, чтобы так красивенько можно траком позаниматься. Панели покрасить, там прикрутить. Что у нас там еще осталось? Задние лопухи со спалки снять. Вообще не хочу. Вот уже вторая машина залазит, да? Пока я тут качусь потихоньку. Считаем, сколько машин залезет. Я не люблю. Быстро подъехал, запарковался, стоишь, потом опять трогаешься. Включил себе пониженную передачу и катишься помаленьку. Вот даже, видите, уже надо парковаться. Так, кофе я уже допиваю. Тут глоток буквально остался. Так что все отделитесь помаленьку. Все. Кофе нема, осталось только пепси. Пепси я взял, сколько у нас тут? 6 баночек. Я думаю, 6 баночек на всех хватит. По-любому. Кому, если вдруг не хватило, то вы скажите. Я завтра еще возьму. Ну что, красная, давай залазь. Не, дальше пошел. А то он так медленно ехал, всех обгонял. Я думаю, ну вот сейчас это самое, залезет где-нибудь. А сзади нас идет полицейский. Через машину буквально. А здесь уже, видите, двойная полоса белая. Ее пересекать нельзя. Но люди все равно пересекают. Даже там дальше, вон на мосту уже пересекают и влево втуливаются. О, слева весь рифер в снегу. Откуда он такой красавчик пришел, Петруха? Давай, давай, Кия. Так хорошо через бордюрину, я думал, пойдешь. То ли она заметила, что там бордюрина, то ли что. Женщина старенькая, правда, едет за рулем. Смеяться не надо. Мы еще посмотрим, как мы будем в ее года ездить, да? Я уже рассказывал, как-то еду, еду, еду. Впереди меня ползет машина и ползет. Я уже это самое показал поворот, обгоняю. И руку держу на паровозном сигнале, чтобы посигналить, когда буду обгонять. Как раз он у меня справа стоит, а я ее слева обгоняю, машина у меня справа остается. И я смотрю, там бедная бабулька, она еле руками этими своими руль держит, еле справляется с управлением. Думаю, ну камон, куда такой бабушке сигналить? То у меня рука не сдрогнет. Посигналить такому человеку. Вот в этом месте, тут крутой такой бугор, лучше, конечно, 18-ку иметь, чем целую передачу я сейчас переключил с тяжелющей 20-кой. Ну вот теперь забрали самое на бугор, на мостик. Теперь с мостика спускаемся и вливаемся в 5-й фривей и сразу уходим на 90-й. Как раз в этом месте, как я всегда говорил, 90-й фривей у нас начинается. Ну или кончается, его заканчивали здесь строить. А начинали, кто знает, напишите, где начало было этого фривея. Я частенько это объяснял. 5-й фривей у нас дальше стоит, через центр города, даунтаун Сиэтл. А мы вот в этом месте уходим на 90-ю, на Спокен берем. Так что Виталику со Спокена опять привет.
Вот там что-то валялось. Кто-то кого-то, видимо. А, нет, это просто снег отпадает. Виталик, я бы лампочки бы под спалку даже бы это самое не ставил, подождал бы лето, да? Ну как это дело заразное? Ты взял это, сделал на тракстопе где-то, да, отдыхал? Я так понимаю, что 32 или 34 часа, да, брал? На рестарте сидел. Делать нечего, как говорится, взял лампочки, установил. Ну, я думаю, ладно, у меня-то тоже полная коробка лампочек дома, всяких разных. Со всех траков остаются и остаются. Ну, я нашел самые такие клевые, самые четкие. И взял, поставил. По три с каждой стороны. И две еще назад под раму засунул. Так как желтые закончились, оранжевые, то пришлось красные втулить. А красные, кстати, под низом под рамой прикольно зашли. Под цвет рамы так подсвечивает. Вообще классно. По крайней мере, ночью будет шикарно смотреться. Когда у нас работа появится, и мы будем рано утром выезжать. Поворотик вправо, потом резкий поворотик влево. И заезжаем в туннель. Вот тут вывеска моргает. Написано, включите фары ваши в туннеле. Ну что, фары включать не будем, а вот подфарнички будем. Вот она, наша туннель. Раньше было две слева полосы и одна с правой полосы. А потом как-то так они расчертили, взяли и сделали две с правой полоски, две с правой стороны полосы. И они такие узкие. Раньше одна широкая была, и все траки хорошо себе справлялись в правой полосе. А сейчас именно вот в этом месте сделали две полосы. Нехорошо. Машины-то обгоняют. А вот трак уже, наверное, друг друга вот в этом месте уже побоится обгонять. Так как реально места нету. Даже машина слева идет, и она сзади едет себе, и все, не пытается обогнать. Красавчик. Все, добро пожаловать на Лейк Вашингтон, озеро Вашингтон, где мы с Тёмой здесь на лодочке плавали. Ну и пытаемся еще раз проплыть. Не пытаемся, а планируем. В планах есть сюда вас свозить, покатать по морю, по заливу. Здесь у нас пресная вода, но она очищается. Она попадает в залив, в соленую воду. Но там, где она попадает, там получаются кораблики заезжают, и она спускает воду. Соленую спускает, набирает простую воду. И таким делом здесь они держат не соленое озеро, а пресную воду в этом озере. Как-то так. Справа у нас гранитик, да, вез? А, ну да, MSI, наша компания, где мы на флатбеде всегда грузились. Кто помнит MSI, всегда с правого плеча загонял. Очень много у меня этих видосов, как мы туда в дверь заезжаем с правого плеча. И всегда камеру устанавливал на улице, снимал всю эту заездку. Ну и подъезжаем ко второму, ко второй туннели. Скорость, говорит, нам 50 держать, так как после туннеля может даже быть и пробочка. Вентилятор включился ни с того ни с сего. Как только девятую передачу засовываю, вентилятор включается.
очень прикольно. И, кстати, мы тоже какой-то такой, где мебель продают. Может быть, даже там и гранит продают тоже. О, наконец-то вентилятор потух. Так, правая полоса опять закрытая, но трафика вроде нету, пойдем по второй. Пробочки вроде так сильно нема. О, опять включился. Да, нехорошо на 9-й передаче ездить. И главное, у меня хитер, а печка выключена полностью. Иногда думаешь там, о, может быть, это самое, закондишено, да? Но только здесь кондишн включается в Петербилде. Именно даже слышишь, как реле включается. Когда она у тебя только на стоит на окне, ногах, начинается на окно, на ноги, когда ставишь, и потом на окно. Вот только в этих двух положениях. Так что вот такие пироги у нас. О, притормаживают, тормозим. Я хотел 10-ю включать. Но 10-ю тут рановато, тут тормозить надо. Сейчас будем уходить на 405-ю, кстати. Так вот, по-моему, я сказал, да? Что-то вес такой, как будто мы гранит везем. Может быть, даже и гранит. То, что сколько я мебель возил, мебель обычно легкие контейнера, 10-15 тысяч паунтов, а здесь получается 46 500, это у нас 22 тонны. По идее, такой вес на гранит похож. Ну, приедем, посмотрим, я вам дам знать, что привезли. Вот и пробочка на 405 зайти. Помаленьку выходим на 405. 90 у нас дальше прямо пошла. 405 через Белловью. Потом 520-ю проскакиваем, потом 522-ю. Мы обычно на Вуденвилл уходим на 522-ю. А нам теперь надо будет дальше. По-моему, следующий или через выход один будем брать. На, как она там называется, Battle. Какая-то Battle of Вуденвилл, по-моему, улица называется, тоже большая идет. Заскочили на 405-ю. Слева сейчас будет даунтаун. Белловью. Белловью — это у нас самый, наверное, богатенький город в Вашингтоне. Ну, после, наверное, даунтауна Сиэтла, да? Так, Баттл у нас 17 минут. Нормально. Так, нам надо как будто, наверное, в левую полосу текать. И нас даже пропустили. Поморгаем фарами.
Добро пожаловать в Даунтаун Беллевью. Разогнался, впереди стоят. Думал, сейчас справа этого обгоню, перестроюсь впереди его и только в гору как чукну. Только меня и видели, а тут все стоит на горе. Да, гнать некуда, тормозим. Хотел показать, где котенки ночуют. Но не получилось, не в этот раз. Где котенки зимуют, да? Здесь такой серьезный бугорочек. Но, к сожалению, здесь пробочка у нас. И правая линия закрытая, за этого и пробочка у нас тут на горе, на сопочке. Что они тут делают? Деревья обрезают свежие. Вот справа смотрю, обрезали ветки, видимо, торчали кустики на эту сторону фривея. Да, точно обрезают. Вот у нас справа на джинни машиночки мэнлифтеры стоят и обрезают кустики. Слева стоит, ловит с радаром полицейский. А второй вот здесь, а вот только вылечил Мерседеса. Мерседес сейчас отъедет. И следующего. Вот так стоят, работают. Два Evil Knievel. Evil Knievel — это значит полицейский на мотоцикле. А если медведь, bear, значит просто на машине сидит полицейский. Добрались до 522-й. Слева нас катафалка вон погнала. Зелененькая. По-моему, Кадиллак это. Так, включаем горняк. И у нас тут правая полоса еще кончается. Выходим. И крутой спуск. На горняке потихонечку на 10-й передаче. Пониже ставить не будем. Хотя впереди что-то тормозят, это нехорошо. Ни для них, ни для нас. Уже 55-50 миль в час идем. При таких маленьких оборотах 1100. Очень плохо горняк держит. Ну, спуск крутой, но короткий. Вот буквально и уже заканчивается. Вот и все, практически.
вот здесь практически. Нет, еще идем на спуск. Ну, вот здесь. Наверное. Наверное, вот здесь он уже и кончился. Так, у нас выход не этот получается, а следующий, да? Мы, кстати, на этом выходе два раза уже с вами были. И я за все свое время только два раза на нем был. В одной и той же точке два раза грузился. А сейчас у нас буквально следующий вархаус. Прям буквально за ним. Только в этот раз мы разгружаемся. Назад, наверное, пустые, пойдем, наверное, по пятерке. Здесь 405 буквально с пятеркой соединяется через одну милю. Так, ну я думаю, нам надо, можно правую полосу брать, так как вот он, вывеска. Ага, Battle Mill Creek называется у нас выход. Дорожка или 527-я хайвей. Вот на бугорок идем, да? А он так на 10, на 10 так и тянет. 1300 оборотов, все потихонечку шепчут. Тут-то надо уже нам будет переключиться. Будем с горы выходить. Включаем 9-ю. Горнячок. И выходим направо. Тут классные забегаловки есть, но я не знаю, если... если можно будет трака оставить, разгружаться и сходить куда-то, что-то покушать взять. Было бы прикольно. И нам показывают, что нам направо уходить. Только правая линия уходит направо. Три мили, говорит, нам шуровать по этой улице. Справа легавый выдвигается. Давай, давай, шуруй, шуруй. Battle Police. Так, справа это у нас ковбоец. Свою лошадь запарковал. И пошел в магазин. Ага, turn right, да, значит, вот здесь, а? Где-то. Давайте попробуем, чё.
Так, я уже назад сдал. Так, не сильно тесно поместился, нет проблем. В канавку так сдал назад. Уже рэм поставят, сейчас будут разгружать. Сказал очень быстро, все на палетах, на поддонах. Elevated Sports. Sports. Вот такая канавка. Подушки не спускаю, чтобы потом не забыть и баками сяду через изгиб. Как-то так. Так, ну что, разгрузились. Выезжаем с этой канавки. Так, я, наверное, блокировочку опять включу. Здесь такой этот самый изгиб вот такой. Заезжал сюда, колеса пробуксовывали. Так что мы, наверное, с вами сейчас блокировочку включим. Выйдем, выровняемся, закроем двери и растянем часть. Вот такие планы, мужчины и женщины. Так, братцы-кролики, выключаем тогда эту самую блокировку. Поехали. Так, пин защелкнулся. Зашел. Теперь пойдем направо. Нам мужички сказали, так как меня карта вела, или слева, или справа заехать. Мужики сказали, справа здесь намного быстрее на 5-й фривей попадешь. Погнали тогда сюда. Сейчас быстренько пробьем по карте, где нам здесь налево целую милю надо ехать. Назад возвращаться. Не люблю назад возвращаться. Ну да ладно. Я думал, тут ближе. А тут получается 1.1 миля. Вторая скорость, и погнали их щелкать. Заехали в Mill Creek, уже совсем другой город. Mill Creek, это еще дальше на север. Вот это мы с вами погнали. Так, ну что, включим светик. Светик, ты с нами? То босс уже прислал информацию. Этот сегодня сдаем пустой, чтобы завтра с ним не это самое, не копошиться. А завтра опять сюда же. Так что нормально. Два груза уже есть. Это уже меня радует. Все, даже вывеска на 5-й фривей налево. Значит, уходим налево. И женщина нам говорит то же самое. Говорит, давай, чудак, дядя Вова, давай налево. Ну, давай. Я что, я-то что? Я вообще ничего. А вы что? Вот тут придется нам подушки спускать. И
И оказывается, здесь вес лимит. Вот сейчас было, что-то не обратил внимания, мы пустые. Но я не думаю, что это хорошая идея будет здесь ехать с грузом. Вот эта гора-то мелочи. На горняке спустился, да и все. А вот вес какой-то стоял, то ли 35 тонн. Комбинация, как у нас, то ли что. 35 тонн, это получается 75 тысяч паунтов. А мы идем где-то 82 500. То мы чуть-чуть перевес у нас будет по разрешению как бы на этой улице быть. Ну это если тебя полицейский не остановит, не взвешивает, то он и знать не будет. Так, вот это плохо дело, что правая линия закрыта, а нам где-то направо уходить на фривей. Нихолесо. Так, народ, заезжаем уже на спикер. Это у нас 5-й терминал. Сейчас, по идее, должны автоматом пройти. У нас только пустой. Сдаем сейчас пустой. А уже завтра с утра опять сюда за грузом. Так, смотрим. И линия номер 2. И дальше едем. Вот так вот он работает автоматикой. Автоматом, когда проходишь. Теперь едем вторую линию ищем. Ищем, паркуемся. И вроде бы как еще сейчас заскочим на 18-й порт. Возьмем, босс точно не сказал, пустой или груз. И в таком затянем по пути, чтобы за бесплатно не ехать. Как-то так. Так что это уже неплохо. Надо за это выпить пепси. Как я сказал, пепси does the body good. Пепси на всех. Хороша пепси. Так, ну что, линия вторая, это у нас вот она. Так, народ, снимаем двадцаточку. Вот так, потихонечку так. Даже трака не пошатал. Приподнял так, красавчик. Все, выскакиваем с порта и едем на этот самый, как он называется, на другой порт просто.
на 18. Ну и как вы уже видите, да, в камере в задней, в порту уже нету траков. Время у нас 1:41. Сейчас пока выйдем, 1:45 будет нормально. С 12:15 до 1:45. Хорошо, полтора часика. За полтора часика утром выехали и за полтора часика пустой сдали. Неплохо. Также у нас на выезде сканеры имеются. Один сканер, другой. Здесь вообще у нас X-ray. Проверка легких и печенок. Раз только нас просканировали. Давайте шлагбаум открывайте. Шлагбаум открыли. И погнали. И вот с этого момента у нас начинается 5 миль в час. Вот если карта сейчас покажет сзади. Прямо на полу нарисовано, на асфальтике. 5 миль в час, мы даже переключим скорость. И потихоньку будем выезжать. Отсюда, в буквальном смысле, потихоньку. Ну чё, пока сзади камера висит, вон и полицейского заснимем. Подъехал на светофор. Через мостик вас прокачу. Как он смотрится у нас? Мы идем по нижнему, а это у нас еще сверху есть один. Так и называется. Высокий мост и низкий мост. Скорость у нас 25 миль в час. Да, 18-й порт вообще открытый, никого нема. Ну что, народ, обед-то никто не отменял. Тут прямо возле этого самого 18-го порта Терияки через железную дорогу. Вот это я понимаю. Тут что только нема. В прошлый раз я брал порк, спайси порк, а это спайси чикен. Острая курочка. Да ты чё? Опа, вилку я такой первый раз вижу. С отверстием. Прикольно. Экономят, а? Вот до чего экономика. Экономят на пластике. Ну все, всем приятного аппетита.
Мы, короче, ждем, груз еще не релизнули. Говорит, подожди 20 минут. Я говорю, понял, пока поем тогда. Ждем грузик. Че это у нас тут моргает? Диатишник моргает. Машинка какая-то с строчком. Ну и JB Hunt. Студент с часами. Это понятное дело. Так, мужики, у меня новость. Не сильно такая хорошая. Не дали нам подзаработать. Едем с пустыми часами, с пустым трейлером назад до дома. Ну, зато терияку покушали. Терияка была очень вкусная. Это та, которая нас против 18-го. Значит, берите спайси, она там со всеми vegetables, что есть на свете, все туда закинули. Размешали с этим перченым соусом. Вообще обалденно. Так что я поел, теперь хоть голодный домой не приеду. Хотя планировал. Ну, планы поменялись. Короче, полчаса покушали, пождали. Босс говорит, не. Смотрится, что его релиз не сделают сегодня. Говорит, езжай домой. Такие планы. Ну что, выходим в такому и до дома. Вот как-то так. Спасибо, народ, что прокатились. Давненько видос у меня не было. Так как давненько не работал. О, Дэн стоит. Ну, о, наконец-то нашел, посигналил. Привет тебе, Дэнчик. Looking good. Здорово, здорово, Дэн. Ну как тебе предупреждаю? Я ж предупреждал, окно открыл. Как дела? Ну, чилай, чилай. А я паркуюсь до дома. Вот это прикол с лампочками. Думаю, да, еще раз проверю. Нормально, все работает. Завтра опять с утра заморозки. То посмотрим, что почем. Ну, а мы погнали до дома.